приходом нового сезону кожна красуня намагається додати у свій гардероб трохи новинок. Найкраща ідея – зібрати капсульний гардероб, аби усі речі гармонічно поєднувалися. Зробити це не складно. Достатньо слідкувати за основними тенденціями у світі моди та довіряти порадам стилістів. Ми, до речі, обрали другий варіант. Сьогодні нам допомагатиме створити стильні луки дизайнерка Тетяна Момот. Катя, я подготовила так называемый капсульный гардероб. Это вещи, которые сочетаются друг с другом, как конструктор Лего. И вот здесь всего несколько вещей, но мы сейчас посмотрим, сколько образов можно составить с этими вещами. Я думаю, что можно даже устать, составляя эти образы. Будем с вами считать. Итак, Кать, первый костюм – это костюм из эвкалипта в сизом цвете. Мы начали его носить еще летом, он летний, и он легко встраивается в осень. Сейчас покажу, за счет чего. Так мы надеваем, если нас куда-то пригласили, или, может быть, даже на 1 сентября, или куда-то в ресторан, или на свадьбу. Мы надели лодочки, да, можем сюда добавить вот такую базовую сумку, она для вас будет базовой, и образ готов. Итак, Кать, что мы сейчас сделали? Мы заменили только брюки. Мы взяли белые брюки от нашего белого костюма и скомбинировали его с предыдущим топом. Теперь здесь рассказываю, да, то есть вы говорили о том, что есть момент там с бедрами и так далее, но как сделать бедра меньше? Вот этот объемный топ, который здесь как юбочка, да, как платье волной, на фоне объемного всегда любой предмет кажется меньше. Если мы возьмем обычную майку, да, или какой-то облегающий топ, вот, к примеру, да, то есть что мы сделали? Мы сразу бедра выделили. И так они кажутся больше. Возвращаем назад. Добавляем нашу сумочку, которая будет у нас подходить практически ко всем образом. Это базовая сумка для девушки со светлыми волосами. Так, ну, белый костюм есть белый костюм. Это образ на выход, либо можно даже на каждый день. Подробно останавливаться на нем не будем. Добавляем сумку, возьмем немножко уже темнее, чтобы создать контраст в образе. И будем комбинировать дальше, то есть это основа. Так, ну что мы сделали? Теперь мы сделали наоборот, у нас синие брюки и белый пиджак. Перед этим был образ у нас белые брюки и синий топ. Вот они, два костюма, которые мы смиксовали друг с другом. Итого у нас два костюма, уже три образа, правильно, да? Так, следующий образ у нас это джинсы-бананы, опять же, с белым пиджаком. Здесь мы можем еще чередовать, лодочки надевать, если мы идем в офис, да, кроссовки можно белые надеть спокойно, если мы идем на прогулку, опять наша базовая сумка сюда подходит. Комбинируем снова два костюма. Это белый пиджак, который уже в нескольких образах был. И добавили пудровые брюки в тонкую молочную полоску. Это тоже очень классный образ. Здесь заменили еще пояс от стандартного нашего белого пиджака на кожаный пудровый. Он отлично сочетается с брюками. И добавляем нашу базовую сумочку. Получается отличный образ. Ну и когда уже будет прохладно совсем, мы набрасываем пальто в базовом оттенке кэмел. Но подойдет под любой образ, под этот особенно. Перед нами костюм с жилетом в пудровом оттенке, в полоску. Начинаем мы его носить теплой осенью и заканчивая холодной осенью, как мы можем его разбавлять. Ну, во-первых, берем опять нашу сумочку. Жилет можем носить с родным поясом. Можем добавлять сюда пояс кожаный, который был перед этим. Тоже будет очень красиво сочетаться. И дальше, так как этот жилет без застежки, мы можем его использовать как второй слой. И когда уже похолодает, добавляем сюда вот такого плана тонкие трикотажные гольфы. Сверху надеваем жилет, получаем такой многослойный образ, дальше уже пальто и так далее, и так далее.
вот у нас базовое платье, трапециевидные формы. Мы его можем носить без пояса, это раз, то есть самая теплая уже осень. И дальше постепенно добавляем этот вариант с родным поясом, раз. Дальше мы можем убирать пояс и надевать наш белый пиджак сверху, когда уже более прохладно. Можем добавлять сюда черный пояс, допустим, мы можем добавить. Вот такой очень интересный пояс, без пряжки. Вот так он красиво закручивается. И вот таким вот образом надевается. Так, смотрим, что у нас получилось. Добавляем сюда уже черную сумочку, как вариант. Ну и можем заменить на белую обувь, либо черную обувь, либо вообще взять яркую, например, красную. Сделать один акцент в образе. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.